Ой. Всем привет, ребята! И мы попали в выживание бомжа в Украине. У меня есть только 25 гривен. Ну и какой-то хлам. У меня есть 25 гривен. Это уже очень много, да. А для вас это мало очень. Ну потому что я бомж. Ладно. Блин, еще утро. Ну, мы бутылки сегодня будем собирать, так что сейчас подождите. Так, хлам я выкинул, и можно спать. Вот я проснулся уже, ребятки, там. И тут уже все проснулись тоже. Вот я в парке уже. Что вас не томить, как я иду. Ладно. Вот бутылка. Бутылка! Наконец-то! Ну, в парке редко бывают бутылки, потому что парк чистят. Ребят, это было очень долго, потому что мне надо кирку взять, чтобы эти бутылки добывать. А то это очень долго я ее добываю. Вот там. Вот я взял уже. Ну и вот, давайте наконец-то добывать наши бутылки. Четыре пока что бутылки. Возле полицейского участка. Да. 3 гривны у нас есть. Так, что я там? Без штанов хожу даже. Да. Так, куда нам идти, куда нам, куда, куда, да, ребят, куда нам идти? Так, мы ищем бутылки, о нет, тут меня не примут на работу, как всегда, я знаю. Ищем бутылки, просто, вот просто. Найдите в этом городе где-то хоть одну бутылку. Какие-то офисы тут. Так. Все, я буду сам искать, а то вы сейчас умрете. Вот, ребят, я нашел рай бутылок. Целый рай, чтобы вы не умерли. Ай, тринцопа, ай, тарарататай, инсальвари, ингудбай. Я слышал, знаете, такую песню, что это поет. Там я слышал. Ай, тарарititai, инсальбади, ингудбай. Вот такую я тоже прикольную песенку слышал, смотрите. Да? Прикольная же песня. Короче, это просто, чтобы вас как-то развлекать, когда бутылки. Это я добуду с вами, а вот ту же кучу я сам добуду, а то вы на это смотреть будете 100 000 лет. Вот, сейчас идем. Вот последняя бутылка. Вот так, чё я последнюю бутылку не могу? Вот, тут еще две. Вот я собрал все бутылки. Ну и давайте идти уже наконец-то домой. Сегодня О, еще бутылка. Сегодня мы собрали 21 бутылку целых. 21 бутылку. Так это же получается 100 гривен у нас будет. Ничего себе, 100 гривен. Офигеть.
Это даже больше 100 гривен. Офигеть! Я никогда не видел. Я никогда, никогда, никогда не... Ну, короче, знаете что? Вот я дошел и буду спать. Ребят, я вам не рассказывала одну новость, но я в этом городе новенький. Да, новенький. Новенький. Новенький, новенький. Да, новенький. Смотрите, там бомж идет. Ахахахаха, бомж. Фигня. Ты валяешь, бомж! Чё ты по парку идёшь? Я не бомж, нет. Я житель обычный. Что вы ко мне пристали? Там пристали ко мне люди. Что я бомж? На самом деле я бомж. Так. Машин нету. Это какой-то новый город. Ничего себе, сколько тут бутылок! Хэй-га! Собираем. Три бутылки осталось. Раз. Это два. И последние два. Все, мы собрали бутылки. 37. Чего? Больше 300 гривен? То... Привет, жители, вот вам 37 бутылок. Так, ну давайте мне там удивите. Ой, куда я пошел? Простите, не туда пошел. Все, я иду. Вот же тут тоже ждут люди. Вот, все ушли уже. А сколько мне... Спасибо. Ну-ка. Подожди, это по 20 гривен, 20 на 16? Ребят, вот вам пример. Напишите в комментах, сколько будет 20 умножить на 16. Чей ответ будет правильным, того я пролайкаю и поставлю в следующее видео. Ребят, ну сейчас мы идем в магазин. Как же долго я не ел. Ну, я, кстати, еще... Паркурщик? Паркурщик, бомж, ха-ха-ха, ха, фу, ты воняешь. Да я не воняю, ну что вы пристали ко мне? Вот я на свалке своей. Я поспал уже, день, как вы видите, наступил, и можно идти в магазин, да. Так, что это? Тут что-то новое такое, 2017. Да какое новое? Нет, не новое вообще. Стоп, какой сегодня год? Походу, 2017. Ну, что-то новое. 2019-й, то я вообще все забыла. У меня даже телефона нет. Так, этот магазин закрыт. Ну, я хотела одежду, но я сейчас куплю, ну, поесть. Так, ребят, я купил поесть себе, ням-ням-ням. О, как вкусно! Сколько я не ела! Я так долго не ел, офигеть. О, бомж, чё ты тут тусуешься? Чё? Я просто ем. Чё вы пристали? Ну ладно, ешь себе. Но это ресторан не для бомжей. Так. Чего тут-то? Я такого... Охрана! Это бомж! Выгоняйте его! Нет, нет, что? Что, куда меня? Ой! Ладно, ребят, с вами был Бомж в Украине. И всем пока! Ставьте лайк, пишите комменты и пока!